Заболел коронавирусом. Врач прописывает аспирин, деринат, кагацел и ферминоз. Идешь покупать все это в аптеку. Продавщица, услышав название последнего лекарства, побледнела и с абсолютно пустым лицом сказала: «Теперь ты тоже будешь здоров». Вскрываешь упаковку, инструкция на непонятном циклическом языке. Дата создания на внешней упаковке датируется 500-м годом от мирового разложения. Таблетки фиолетового цвета. Принимаешь. В голове начинает шептать непонятный голос. За окном ты видишь четырехрукого варана. Тебя скручивает сильная диарея. Начинаешь срать томатным соком. Чувствуешь, как на твоих ногах начинают прорастать эмбрионы. Не выдерживая боль, падаешь без сознания. Этот смерть не выдержал величия аметистового змея.